Семена моркови витаминная 6 пользуются огромной популярностью благодаря высокой урожайности и отличному вкусу. Корнеплоды устойчивы к растрескиванию, что позволяет их перевозить на большие расстояния, не боясь повредить. Этот среднеспелый сорт созревает через 100 суток после появления ростков. При должном уходе с каждого квадратного метра посадки можно собрать до 10 килограммов урожая. Корнеплоды моркови витаминная 6 вырастают до 20 сантиметров. Вес отдельных экземпляров достигает 160 граммов. Мякоть очень сочная, сладкая, содержит большое количество каротина и витаминов. Морковь витаминная 6 – это однолетнее растение. Морковь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Морковь витаминная 6 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды моркови созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 100-165 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода ярко-оранжевая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.